Требовать полного удаления персональных данных из баз данных компаний смогут граждане Евросоюза уже через месяц. Новое положение Европейского Союза о защите личной информации вступит в силу в конце мая 2018 года. Граждане ЕС смогут потребовать от компаний, которые владеют персональными данными, полного их удаления из каких-либо баз. Однако положение не касается компаний, использующих блокчейн. Технология распределенного хранения данных предоставляет владельцу максимальный контроль над данными, которые хранятся в зашифрованных форматах. Эти данные не могут быть отредактированы, проданы третьим лицам или удалены. Юристы отдела защиты информации считают необходимым адаптировать новое положение с учетом изучения технологии блокчейн.